У нас тут случай самостоятельного ремонта, когда накрутили гайку М15 вместо М14. Соответственно, ключ туда не подлезает с неправильной резьбой. У нас шатун болтается. То есть невозможно гайку открутить. Я всеми видами ключей дюймовых и обычных пытаюсь сюда подлезть. Подлезть сюда не получается, потому что ключ просто не помещается между гайкой и самим шатуном. И гайка не закручена и дальше не идет. Человек говорит, надо ее просто подтянуть. Сейчас каретку буду отрезать. Ставить новую, потому что каретка тоже имеет очень сильный люфт. Так что нужно гаечки правильно подбирать.